Жители Якутска положительно оценивают работу городских властей за прошлый год. В столице завершились отчеты перед населением по итогам деятельности окружной администрации. Финальную точку поставили на первом в новом году заседании депутатов Якутской городской думы. На мероприятии отметили, что 2016 год был весьма плодотворным. Это и строительство более 300 тысяч квадратных метров жилья, порядка 15 километров дорог, переселение из аварийного жилого фонда и многое другое. Прежде всего, наверное, здесь я хотел бы отметить именно слаженную, системную и плановую работу благодаря, наверное, взаимодействию власти и общества. Это поддержка общественных инициатив жителей. Это взаимодействие всех органов местного самоуправления, я имею в виду исполнительного и представительного органа, и контрольного органа. И действительно, те отдельные направления, итоги исполнения отдельных направлений, я бы сказал, даже впечатляющие.